Чем выше над землей, тем сильнее ее любишь. Орлы и орлицы, это ваш год. По славянскому календарю 2019 год, год орла, парящего над землей. Братский же народ Китая, поздравляем с их наступающим годом свиньи. Несмотря на то, что СМИ нам усиленно пропагандирует восточный календарь, мы не забываем силу, мощь и культуру наших отцов и матерей, наших предков. Приближается новый 2019 год. По нашему календарю это новое 7527 лето. По китайскому календарю Новый год наступает 5 февраля. У славян же Новый год наступал с приходом весны 21 марта. На самом деле поклонение западной и восточной культурам началось не в последнее время, а еще при Петре Первом. И тот тотем, о котором вы будете думать, о свинье, либо об орле, этот тотем будет наполнять вас особыми энергиями, изменять ваше будущее. Парящий орел – царь среди птиц. Представитель воздушной стихии. Птица олицетворяет храбрость, гордость и свободу. Парить под облаками с высоты полета, зорко всматриваться вдаль, стиль жизни хищного охотника. Благородный и беспощадный, смелый и бесстрашный. Даже перед смертельной опасностью он не упустит своего. Провинившихся серьезно накажет. Рожденные в год парящего орла дорожат свободой. Знают себе цену и строят далеко идущие планы. Высоко чтут круг своего общения. Представители тотема всегда придут на помощь близким. Для парящего орла редко возникают преграды и трудности. Если они и возникают, он их не чувствует. С наступающим вас годом, парящего орла!